Очередное утро нового дня. Вновь не сидится мне на месте. Наскоро умывшись и выпив кружку горячего чаю, бегу на улицу, где в эти часы можно запечатлеть завораживающие кадры. Новый день сменяет ночь. Без лишних раздумий взбираюсь на ближайшую возвышенность, откуда открывается замечательный вид на устье Завую. Все как на ладони. Над Бухтармой рекой стелится туман. Обычное природное явление, которое создает фантастические виды и переносит в совершенно нереальный мир, где, держась за руки, вместе идут сказка и повседневная жизнь. Отделяемый от большой земли протокой, где-то в тумане затерялся остров, о котором я много раз слышал, но ни разу не бывал там. Сегодня это нужно исправить. Но прежде поднимемся вверх по Изовой, в сторону Голубовки, ныне канувшего в лету села. От обильной утренней росы начали промокать сапоги, а вслед за ними и ноги, поэтому поскорее спешу спуститься вниз, где медленно, не спеша просыпается маленькая деревенька, которую обозначили мы не иначе, как конец географии. Хотя, кто знает, быть может, именно это место для кого-то послужит отправной точкой, началом чего-то нового и неизведанного. Будь то путевая точка на карте или переломный момент на жизненном пути. Впереди лишь неопределенность, которая только спустя время даст ответы на многие вопросы. Погруженный в свои мысли, не замечаю, как разрисованное яркими солнечными лучами преобразилось все вокруг. Ближе к 9 часам после плотного деревенского завтрака отправляемся вверх по Изовой, куда тянутся две тоненькие ленты старой проселочной колеи. По пути минуем пару домиков, тех немногих, которые не дают Усть-Изовой стать лишь названием на карте. Хотя сегодня вполне очевидно, что подобные поселения создавались как временные места, вблизи которых велась заготовка леса или разработка, добыча природных ресурсов. Однако нередко встречаются примеры, связанные с переселением человека в места, отдаленные от цивилизации. Это сейчас не составляет большого труда найти человека, где бы он ни находился. В былые годы спрятаться от всех и вся было куда проще. Неподалеку от домиков на вольном выпасе гуляют лошадки, подкрасться незамеченным которым задача не из легких. Едва заприметив какое-либо движение в стороне, меняют длинногривые свое месторасположение. Как ни пытался подойти к ним поближе, так у меня этого и не получилось. В конечном итоге и вовсе спугнул я лошадок, которые, устав ходить от меня кругами, пустились на утек через открытую изгородь. Продолжим наш путь дальше. Чуть в стороне шумит речка, близ которой свежо и прохладно. Не только человек расселяется близ водоемов. Заросшие берега говорят о том, что всякая травинка, деревце, тянутся поближе к источнику влаги, подобно воздуху, являющийся чудодейственным жизненным эликсиром, без которого немыслима жизнь на земле. Вскоре наш путь преградила река, бурным потоком стремящаяся навстречу к Бухтарме. В конце лета течение ее не так сильно, поэтому по торчащим из-под воды булыжникам пересекаем Изовую вброд. Дорога тянется дальше. Редко, но ей все же пользуются. Трактор – идеальный вариант для здешнего бездорожья. На противоположном берегу реки, как нам показалось, природа несколько отличается от Усть-Изовинской. Наверное, обусловлено это своим микроклиматом, сложившимся вдоль русла реки. Даже вода в этой речке отличается от воды в Бухтарме. Полуденное солнце почти достигло своей верхней точки. День в самом разгаре. Пройдя еще километр-другой, сворачиваем к реке, вдоль берега которой вдоволь набираем подберезовиков и красного шиповника, из которого получится ароматный чай. Делаем привал в тени деревьев на берегу реки. Прохладный воздух и шум воды создают благоприятную атмосферу. Здесь можно сидеть часами, а если еще и рыболовные снасти с собой прихватить, то и рыбки на сковородку можно надергать. По большей части водится здесь хариус – род рыбы семейства лососевых, которую очень ценят любители рыбной ловли. Ловят его предпочтительно на мушку, производством которой как раз-таки занимается хозяин домика в Усть-Изовой – Николай Георгиевич. Еще одним интересным для нас местом в Усть-Изовой оказался остров, на который отправились мы ближе к вечеру. Островом эту часть местности называют ввиду ее расположения. Со всех сторон эта часть суши окружена рекой. Перебраться сюда можно лишь вброд по малой воде, либо на лодке.
Здесь я впервые. Честно говоря, виды на острове меня поразили. Ощущение, будто очутился на альпийских лугах. Вокруг сочная зеленая трава, деревья, возвышающиеся с обеих сторон горы. На острове заготавливают сено на зиму. Именно сюда на выпас уходят коровы. Еще бы, такой укромный уголок чем-то напоминает неприступное царство государства для вольно пасущихся животных. По площади остров довольно большой. В длину он достигает без малого 2,5 километров. По периметру берега заросли деревьями. Зимой, когда устье Завай отрезано от остального мира, единственным сообщением с ближайшим населенным пунктом Коробихой является остров. По замерзшей протоке на снегоходах перебираются сначала на него, пересекают вдоль, а затем переправляются на левый берег Бухтармы реки. Основная дорога в поселок вдоль правого берега Бухтармы остается недоступной вплоть до поздней весны. Минул ровно год с нашей последней встречи. В сравнении с ним, мгновением показались дни, проведенные в гостях у устья Завой. В кругу уже ставших родными, радушных и гостеприимных хозяев старенького, но наполненного душевной теплотой домика. Верю, что еще не один год будет согревать этот домик теплом и защищать от непогоды, а края эти будут хранимы от посягательства человека, его корыстных помыслов и планов. Верю в то доброе, что легло в основу фильмов об устье Завой и ее жизни, рано или поздно найдет своего зрителя, сослужив ему добрую службу на жизненном пути. Ведь в простоте слова неискушенного жизнью жителя удаленных поселений кроется сила и чистота, которая, подобно насыщенному и вкусному воздуху этих мест, способна наполнить человека энергией и заставить задуматься о том, что в этом мире есть вещи, которые дороже статуса, роскошной жизни и богатства, в погоне за которыми готовы люди продать самое ценное, чем наградил нас Создатель.